Тысяча и одна история про любовь. Луи де Фюнес познакомился со своей будущей женой Жанной Августиной де Бартолеми в годы оккупации Парижа. В то время он преподавал в музыкальной школе, где она работала секретарем. Романтичная, очень образованная девушка происходила из почтенной семьи, гордившейся родством с писателем Ги де Мопассаном. Позже она признавалась, что сразу влюбилась в маленького человека, который играл джаз как бог. У них родились двое сыновей – Патрик и Оливье. Жанна стала настоящей опорой мужу. На протяжении всей жизни, несмотря на долгие неудачи в актерской профессии и отсутствие денег, она поддерживала и вдохновляла его. Поначалу Жанна занималась только домом, но затем стала замечать, как нагло импресарио использует артиста в своих целях. В 1957 году она стала сама вести дела Луи. Ей, например, не нравилось, что мужу подбирают в партнерши высоких, полных дамочек. Продюсерам казалось, что он на их фоне смотрится смешнее. Однажды она познакомилась супруга с приятельницей, красавицей-актрисой Клод Жансак. «Вот она будет твоей экранной женой». Жанна и сама всегда присутствовала на съемочной площадке. Если ее не было рядом, Луи просто не мог работать. «Уморительный на сцене и совершенно невыносимый дома», так Жанна говорила о нем журналистам. Людей он не любил. Самолично проверял все счета и до одури торговался на дешевых рынках. Но семья была для него всем. В 1966 году Фюнес в подарок Жанне выкупил фамильный замок Мопассана в Клермон. В 70-м году состояние здоровья Луи резко ухудшилось. Некоторое время он выращивал цветы. Работа в оранжерее принесла новый сорт ярких оранжевых роз, которые назвали его именем. За неделю до смерти он сказал жене: «Я знаю, какой будет моя самая удачная шутка». «Какой же?» «Мои похороны». «Я должен сыграть это так, чтобы они хохотали, не переставая». Утром 28 января 1983 года он вышел к Жанне и сказал: «Я скучаю один в своей комнате». Это были его последние слова. Про любовь.